Что происходит в Пакистане? Похоже на переворот. Мне нужны точные данные. Кто там из наших? Рафик! Нас ждет задание. Джек Блэк. Вот. Ничего особенного. Но здесь сказано, что я сотрудник Госдепартамента США, и у меня есть право на дипломатические привилегии, или нет? Тим Робинс. Господа, сделаем глубокий вдох и спрячем свои перчики обратно в штаны. Смело. Или опасно. Вечно эти понятия путаю. Новый сериал от HBO. Может, есть советы по международной дипломатии? Мать! Вы же смыли, да? Нет, милая, но ты такая смелая. Окончательное требование? $200 миллионов. Куча денег, да? Нет, этого говна напечатаем без проблем. Почему мне кажется, что ты сделаешь глупость? И мне дай одну. Ты как аптекарь. Обожаю с тобой летать. Кажется, я таблетки перепутал. И чего мы приняли? Если то, что я думаю, улетный будет трип. Предел. Смотрите с 21 июня.